Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Сегодня по сети распространилась фотография Леонида Якубовича, который передвигается в инвалидном кресле. Поклонники ошарашены. Что же случилось с любимым ведущим? Как оказалось, это произошло после поездки в Черногорию. Телеведущего с женой заметили в аэропорту Тивата. Помощник телеведущего заявил, что Якубович повредил колено, когда плавал в бассейне. Цитата. «Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», передает слова пресс-секретаря Якубовича Федеральное агентство новостей. Ранее Якубович признался, что не понимает, как программа «Поле чудес» продолжает выходить в эфир 29 лет, и подчеркнул, что получает удовольствие от участия в ней. Он заверил, что как только ему надоест, зрители смогут определить это по глазам. Что ж, это хорошо, что ничего серьезного, не правда ли? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!